Всем доброго игрового времени суток, с вами Михаил Супер. Сегодня я покажу обзор на локацию Анашан. Вот, находится она на карте Криминальной России Бета 2, вот здесь. Сейчас покажу чуть дальше. Тут на развязках. Тут была, короче, вот. Вот здесь вот находится, поэтому метку поставим. Для удобства я воспользуюсь трейнером, чтобы тачку можно было себе взять. Возьмем BMW 535i. Все, поехали. Сейчас доедем быстро. Прям по полям, по лугам. Вот. В одиночной игре, когда заходишь на эту локацию, после того, как ты зашел, погода резко меняется на дождливую, пасмурную, и появляется дождь, гром. Не знаю, с чем это связано, но обратно она не меняется. Это заранее так говорю, что такое бывает. Вот тут вот деревня Корякина, она тоже вот лагает. Самая лагающая деревня. Там из-за каких-то особенностей игрового движка она подлагивает. Вот можно отметить это. Так, ну что еще? Вон там виднеется Антенкина. Пародия на телебашню Останкина. Останкинская. Так что все, давайте поедем туда и посмотрим, что у нас там имеется в Анашане. Именно в локацию. Пока я вот еду. Так. Скорее. Отправимся в путешествие. Вообще, очень огромная работа. Русские разработчики сделали этот шикарнейший мод. И в скором времени перенесут на GTA 4. То есть полноценную карту. Вот эту. Южный и вот этот вот большой остров. Все это перенесут. Ну, может быть, там вид изменен чуть-чуть, но все равно будет смотреться куда круче, чем на Сан-Андреаске. Так, вот, приехали. Я прям ровно так метку показал. В общем, это вот находится вот здесь. Карта сама по себе очень большая. Можем наблюдать. Тут гоночный трек. Арзамас, Батарево, аэропорт. Что здесь еще есть? Тюремный остров. Ну и сам город Южный. Ну, основные такие локации. Там еще Нижегородск. И Эдово. Вот, собственно говоря, вся карта. Итак, сейчас метку уберу, чтобы она не мешалась. Все. Теперь можем зайти в эту локацию. Сразу же восторг от наших цен, написано пиани. Ну вот все, мы зашли. Чем-то похоже на Манхант. Или какие-то, знаете, заброшенные такие локации. Можно купить себе покушать, напиток попить там. Все это здесь есть. Несмотря на то, что все довольно давно уже так заброшено. Что меня удивляет, это вот такие вот объекты. Прикол в чем? Вот эта клетка, по-моему. Нет, ее не сдвинешь. Вот эту вот можно сдвинуть. Так, и попадаем в Рамирес. То есть это тоже отдельная локация. Здесь вот мусорка есть. Просто. Все очень странное. Все очень странное, непонятное, но выглядит прикольно, так сказать. Двери различные. Вот, слышите, да, гром? Это все испортилось, значит, погодка. Всякие звуки. Просто страшно. Очень страшно. Кто-то воет еще и... Я такого нигде не видел. Скорее надо выбираться отсюда, обратно в Анашан. Что же здесь еще есть? Ужас. Ужас. Вообще просто жесть. Что висит тут? Расчлененки. Он аж сам упал. От такого. Надо бежать. Но он бегать почему-то не может, видимо, он сильно испугался всего этого. Просто у него шок. Какие-то огнетушители разбросаны, но они нафиг не нужны, потому что дверь, и тут ничего нет, пустырь. Все, погнали. Камеры. Прям за нами что-то следят, видимо, шоу какое-то. Хотя как бы сюда парень, он еще знает. Так, надо найти выход. Все, обратно. А звуки-то продолжаются здесь.
Все, упали в западню. Че, можно ее сдвинуть, нет? Не, сдвинуть нельзя, поэтому. Куда вообще попали-то? Вот, обратно, наверх. Прикольная локация, ничего не могу сказать. Тут вот холодильник поставили. Чипсы можно купить прямо на лестнице. Просто шикарно. Все. Стресс, так сказать, пережить. Что-то еще есть. Закрыто. Здесь что? Опа. Опа. Телек. Загадочно. Так, ну чё ж. Ты, видимо, какие-то тут азартные игры были. Поролон. Так. Опа. Опа. Вот это, да, вот это надо запечатлеть. Все эти фотографии будут, ну, скриншоты будут. Опа, а там чё? Сидоджи, Клауд и Томми? Офигеть, это надо как-то тоже зафоткать вот так вот. Они в той комнате, надо их найти срочно. Так, а это чё? Чувак, эй, ты чё? Ну, это просто жесть. Прям опасно. А сюда не зайдешь, жалко. Так, чё тут? Чё тут? Чё тут? Ну-ка. Вот. Собственно, мы вышли из Ашан. Это один из таких выходов. Интересно, что там еще есть. Вот так вот погода портится. И потом она просто не меняется. Итак. Что здесь есть еще? Это взрывы происходят. Там Рамирес. Тут какая-то вот непонятная, ладно. Зайдем в Рамирес. Опа. Ну, опа. Отлично. Тут дырка. Ну-ка. Там, наверное, падать долго. Не-не-не-не-не, не падай, не падай. Там же пропасть. Ты же умрешь. Нет. Ужас. Все, потрачено. Вот это да. Так, мы очутились. Мы очень далеко очутились. Поэтому нам, скорее всего, придется взять что-то типа вертолета или самолета, я не знаю. Надо что-то летательное брать. Да не могу. Чё мне? Излечу. Чё, встали? Валите отсюда нафиг. Погнали. Пролетим. Как раз стадион. Тоже хорошо сделан. Сейчас долетим. Вот такая вот погода. Испортилась. После того, как мы зашли на эту локацию, независимо от того, там, где вы появились, там, умерли, там, или еще что-то, будет всегда такая погода. Это какой-то скрипт. Просто не срабатывает, видимо, или так задумано было. Вот. Но вот как-то так получилось. Вообще все проработано так шикарно. Это же такая огромная работа. Просто взять вот это все, смоделировать и расставить на карте. Это же просто жесть. Огромная работа, да, проделана. Так. Вот мы уже почти на месте. Так. Все. Выпрыгиваю. А то опасно. Так вот. Что здесь? Пистолет? О, и здоровье. Отлично. Так. Видимо, кто-то приходится отстреливаться. Пистолет. Клетки какие-то.
Пойдем. Рамирес. Опа. А ты что делаешь? Разрешите обратиться. Что есть? А что хотите, тебя погладить? Ну, пойдем. Все, давай, пока. Ну-ка, что-то... А, мы опять попадаем в это здание. Кухня. Ничего особенного. Мусорные баки. Ну-ка. А чё если пройти вот так вот? Опа, чё это за пропасть? Нифига себе. Так вот, какие-то летели тогда. Летим, летим, летим. И что мы видим? Небеса. Что дальше? Ага, какая-то часть. Все что ли? Допрыгался? Да. Ладно, спасибо вам за просмотр. До встречи в новых эпизодах и видосиках GTA и других играх.